Человек с никнеймом просто буква Н. Спасибо за донат. Слушаем внимательно. Фред, недавно в дебатах ты заявил, что не считаешь барабанщиков музыкантами, так как они просто стучат. Аргументируй, пожалуйста, свою позицию на этот счет, так как она мне видится ошибочной. Значит, да, тема очень скользкая. Я вижу, что с этого поднимается просто мега волна всякой дресни. Почему я так считаю? Потому что на барабанах, как бы, смотри, есть понятие ноты, но они только ритм, то есть нет ноты высоты. Когда говорят, что барабаны настраиваются на определенную высоту, окей, тогда, значит, смотрите, играется песня, допустим, группа какая-то играет, у нее есть сет песен в разных тональностях. Вы видели хоть раз, что барабанщик бегал перестраивать, допустим, тому, сейчас у нас песня в до-диезе, то есть, допустим, мы в джазе играем, у нас есть песни в разных тональностях. Понятно, что большинство как бы в до, но есть несколько песен в других тональностях. Ты не один, где ты, то есть тональности... То же самое, пусть и меня в другой тональности. Бегал ли Антон перестраивать том, или, допустим, или малый барабан, или бочку? Нет. То есть по логике по такой, что если у тома есть определенная высота, то что какая-то нота, взяла, до диез, то значит, если вы играете трек в до, должна постоянно звучать фальшь. То есть барабанщик должен этот том просто не задевать никогда. Есть такое? Такого, конечно же, нет. В электронной музыке есть такое, что бочку по питчу подстраивают под бас, чтобы резонанс был, да, типа в одной ноте. Ну, то есть, вернее, как бы выделяют частоту разную в звучании, но при этом, да, бочку можно и настроить в тон там баса или еще чего-то. То есть вообще так бывает, да, в этом пиздец. Нет. То есть по логике по такой, что если у тома есть... Но понятно, что речь не об этом идет. То есть смотри, вот ну насчет заявления, барабанщики не музыканты. Блять, так просто я не знаю, чуваки, по сути, Юрий Петрович свое мнение выдает, да и все. А челы горят с жопой с этого так, как будто бы, блять, от этого мнения зависит вообще судьба человечества. Ну, типа, музыкант, значение один. Кто профессионально занимается музыкой, значение два. Кто играет на каком-либо музыкальном инструменте. И три, типа, просто кто-либо, издающий мелодичные звуки. И еще там значение четвертое, типа... осудительная, которая, короче, политические чуваки пошутят обязательно в комментах, и я их забаню. Потому что туда смысла лезть с гитарным каналом нет. Вот, есть еще вот второе значение, типа, криминальный жаргон work, типа, бла-бла-бла, вот это вот вся херня и так далее. Ну, короче, нам на это... А, еще третье. Ну и вот-вот, да-да-да-да-да. Все значения есть, все четко, все, блядь, известно. Так вот, барабанщики не музыканты. В смысле, блядь, прежде всего, басисты не музыканты, блядь, все знают базу лютую, вы чё? Басисты, прежде всего, не музыканты. То есть на любой базе было всегда написано музыкантам, типа, объявление, музыканты, и приписано, блядь, ручкой, и басисты. Так всегда было, вы чё? Басисты не музыканты. Значит, если вы играете в трек, должна постоянно звучать фальшь. То есть барабанщик должен... Вот, и никто не любит пианистов, никто не любит басистов, и, собственно, и барабанщиков тоже все ненавидят. Все, никто никого не любит. Все, пиздец, вот вам база, ребята. Не задевай никогда. Есть такое? Такого, конечно же, нету. То есть ударка стоит одна, она вообще может стоять, допустим, на весь фестиваль. На фестивале играет 20 групп, ударка стоит одна, настроена одинаково. Значит, это уже бред, просто не выдерживаешь. Ну, на залупа фестивале, да, типа, где одни барабаны на 5 групп. Ну, а так, типа, вообще посерьезнее челы заморачиваются, да. Можно ли на барабанах... Могут и бочку настроить в тон баса. В теории, почему нет? Его можно настучать, понимаешь, можно постучать. Тут-та-тут-та-тут-та-тут-та-тут-та-тут. Но он играет не мелодию, звуковой сотности нет. Поэтому для меня это как бы не является музыкой. Это просто стучало. Да, получается, если взял человек пульт от кондея, взял плату видеозахвата и постучал. Является ли такой человек музыкантом? Тогда музыканты все. Ну да, тогда музыканты все. В общем-то, в принципе, Фред говорит как раз о том же, о том словаре, типа, там, который может, я сказал. Взять, как бы, ну, типа, издать звук, да. То есть с этой точки зрения музыканты вообще все тогда. Но, типа, вряд ли мы хотим с этим соглашаться, да. Выглядики абсолютно. Что можно... Но вот эта хрень есть, типа, с настройкой бочки, вот о чем речь. Является ли такой человек музыкантом? Тогда музыканты все, потому что любой может взять, как бы, две какие-то штучки, постучать. А можно, там, не знаю, по заднице себя шлепнуть, любой может шлепнуть. Осуждаю, блядь. Это, допустим, чик идет, какой-нибудь, смотри, там, и шлепнул себя по заднице. Она является музыкантом или не является?
Ну, это смотря, блядь, какой точки зрения посмотреть-то так-то там, блядь. Сука, этот. Да, блядь. У меня не делается, а вот. То есть, ну, в целом, почему? Еще как является? То есть, поэтому... Может быть, она служащий Вагнера. Шучу, я имею в виду, может быть, она... Ну, она издала приятный звук. Почему это она не музыкант, я не понимаю. Для меня как бы барабан нет. Еще какой музыкант? Несмотря на то, что я как бы фанат барабана. Все, короче, угораем сейчас просто. Я не считаю это как бы... И все. Как бы, с этим поспорить? С удовольствием поспорю. Выслушаю аргументы и как бы... Ну, как это? Конечно, музыкант, блин. Ну, типа, еще раз. По словарному определению, блин. Вы, типа, условно говоря, в дебатах просрусь. Готов услышать какой-то аргумент. Аргумент про Вастунуту не имеет смысла, потому что тогда надо было каждый раз петь, бегать, перестраивать барабаны. Но... Ну, блин, кому-то надо, кому-то нет. Кто-то так делает, кто-то так не делает. Просто пофигу. Все. Сейчас. Там музыканты все, потому что любой... Вот. То есть, еще раз, смотря просто, что мы считаем музыкантом, а, типа, сейчас давай подумаем, под какое понятие, типа, не подходят барабанщики, типа, музыкант-словарь, просто открываем Вики-словарь. То есть, типа, может ли барабанщик быть тем, кто профессионально занимается музыкой? Типа, бля, почему, ну, то есть и т.д. Ну, может ли иметься в виду барабанщик, что это профессиональный музыкант? Конечно, блядь. Второе значение. Может ли барабанщик быть тем, кто играет на каком-то, ну, блядь, ударная установка является музыкальным инструментом? Да, конечно. Значит, барабанщик-музыкант. Кто-либо способен издавать мелодичные звуки. Третье, книжное значение, типа, какое-то. Это только третье значение, типа, и оно, ну, не знаю, еще не факт вообще, что главное. Вот, кто-либо способен издавать мелодичные звуки. А если барабанщик способен петь, значит, может быть, он уже музыкант, типа, уже, блядь, просто вот в такой философии. Или плюс барабанщик, опять же, смотря что мы имеем в виду под барабанщиком. То есть тот, кто исполняет на ударных инструментах, есть, во-первых, типа ксилофон какой-нибудь, на котором, если ты учишься, допустим, в музыкалке, ты еще обязан на этом, на вот такой, типа, здоровой хероборе тоже учиться играть. Ты издаешь мелодичные звуки, играя на ударном инструменте. И, то есть, такое еще есть. То есть, это все просто, ну, хрень, типа, демагогия, потому что зависит просто от того, какое определение ты закладываешь. И поэтому эти споры вообще бессмысленные. Музыканты, барабанщики или нет, это просто, блядь, рофловбросы для того, чтобы гои, блядь, реально пересрались между собой и закинули шекели уважаемым людям, таким, как, там, Юрий Петрович и я, там, Моисей Великанов. Вот и вся хуйня, типа... То есть зачем вообще на эту тему, вот кому, блядь, не похуй, музыканты или барабанщики или нет, я удивлен вашей заинтересованности этим вопросом, честное слово, ребят. Спасибо большое за донат.